Почему каланхоэ цветущий не цветет? Что нужно растению в домашних условиях? И как восполнить недостатки? Как заставить цвести каланхоэ дома? На эти вопросы вы найдете ответы в сегодняшней аудиостатье. Почему каланхоэ не цветет дома? Каланхоэ относится к суккулентам, что и выделяет его среди обычных комнатных цветов. Соответственно, имеются особенности ухода, которые и сказываются на том, что каланхоэ не хочет зацветать. Почему не цветет? Мало тепла, холодно дома, нет формировки кроны. Как заставить цвести каланхоэ? Требовательность каланхоэ цветущего проявляется перед закладкой бутонов. Одно неверное решение, и он перестанет цвести. Как же заставить цвести каланхоэ априори цветущий? Определите, здорово ли растение. Если каланхоэ пожелтел, увядает и в целом выглядит неважно, нужно заняться его лечением, после чего можно приступать к тому, чтобы заставлять его цвести. Рост и цветение каланхоэ зависят от формирования куста. Процедуру проводят ежегодно, обрезая старые цветоносы и отщипывая слабые побеги. С появлением новых побегов продумывайте, нужна ли обрезка. Не сразу удаляйте молодняк, но дожидайтесь, пока те немного подрастут. Каланхоэ потребуется несколько дней для того, чтобы пустить новые сильные побеги после обрезки. С появлением 2-3 штук делается прищипка. Третья пара листов снова подвергается прищипыванию. Вторая процедура формирования куста. Через 1 месяц дома каланхоэ цветущий сформирует сильную крону и пустит побеги, которые будут заставлять его цвести, но к этому периоду нужно подготовиться. Как подготовить каланхоэ к цветению? Каланхоэ закладывают бутоны для цветения в период покоя. Он приходится на зимнее время, после чего растение органично выводит из состояния покоя. Устроить период покоя можно самостоятельно, создав для каланхоэ те же условия – сокращение освещения, полива и подкормок, как и зимой. Заставить каланхоэ цвести можно, если провести чередование периодов освещения. Можно делать процедуру на основе чередования температур. Для начала создается искусственным путем продолжительный световой день, после чего каланхоэ помещается в тень. Обычно процедура полного затемнения удобна для ночного времени – период с 6 вечера до 6 утра. Рекомендуется накрыть чем-то растение, непрозрачный полиэтилен, картонной коробкой. Разместите каланхоэ на южные, юго-восточные окна, чтобы увеличить после искусственного периода покоя объем освещения. Следующую процедуру прощипывания побегов, которую мы изложили выше, повторяют в марте. С каждым месяцем каланхоэ цветущий будет набираться сил и через несколько месяцев зацветет. Молодые побеги дадут цветоносы. Теперь нужно лишь умеренно поливать и подкармливать растения под куст, чтобы поддержать. Делитесь тем, как вы заставляете каланхоэ цвести и с какими проблемами сталкивались. Были ли трудности в использовании метода сегодняшней аудиостатьи? И что бы вы еще порекомендовали добавить к стандартным правилам, как заставить цвести каланхоэ цветущий?